Анонс и дата выхода нового российского сериала «Балет». Премьера нового сериала состоится уже осенью на интернет-площадке Иви и телеканале СТС. «Балет» — это российский драматический сериал от создателей таких проектов, как «Псих» и «Хэппи-энд». История рассказывает о героине с мировым именем, которая занимается хореографией уже много лет. Прилетев в Москву, она пытается поставить спектакль. Однако тайны прошлого не дают ей исполнить задуманное. Действие происходит в наши дни. Театры в современной реальности находятся не в самом лучшем положении. Пандемия на год остановила всю работу балетных площадок. Многие артисты не знают, куда податься и как выжить, когда нет ни работы, ни репетиций, ни любви зрителей. Город Москва – один из немногих, кто смог постепенно выйти из жестоких ограничений. И именно сюда возвращается Рута Майерс, настоящая мировая звезда, которая мечтает приступить к любимому делу. Главная героиня когда-то была известной балериной, а теперь же она именитый хореограф, которому хотят попасть все, кто хоть что-то понимает в этом искусстве. В прошлом Рута танцевала в Большом театре и имела не только друзей, но и врагов. Прошло уже 30 лет, как у нее началась другая жизнь, но вернувшись в родные края, она сталкивается с прошлым. Напомним, премьера нового сериала состоится уже осенью. Если вам нравятся российские сериалы, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.